Ребятки, покажу. Вот это у меня обзорная, вертикальная обзорная антенна, двухдиапазонная, свисток. Вот. Диапазон, смотрите, 431, 434. Вот такая вот картина. Это у нас участок. Эти. Автомобильные сигнализации. Насколько круто сейчас вот, когда подключим 10 элементов, насколько изменится эфир, сейчас увидите. Так, сейчас включим. Это я поставил уже вот 430 антенну диапазонную, 10 элементов. Направил ее на запад. Вы посмотрите, как меняется сразу картина. Намного красивее все. Куча всяких сигналов. Ну, в общем, безусловно, это прекрасная штука. Свисток. Особенно, когда вы занимаетесь мониторингом частот и хотите найти новые частоты. Это просто великая штука. Очень хорошая.